Паря, микрофоны, пожалуйста. Всем привет. Мы расскажем о том, каким будет образ жизни человека в будущем. Значит, мы живем в каком-то катастрофически усложняющемся мире, где люди уже сейчас не все успевают за тем, что происходит. Поток информации, который сваливается на человека, становится все больше и больше. Человек, ну и при этом его сейчас уже перестали поддерживать сообщества, которые раньше помогали в этом. Семья, там, работа и так далее. Сейчас человек должен отвечать на вызовы мира один. И, в общем, ассоциация тьюторов обратилась к нам с вопросом о том, как изменится образ жизни человека в будущем, чтобы понять, как такому человеку помочь найти свой путь и быть гармоничным и счастливым. Группа наша определила, что развитие технологий приводит к тому, что у человека в будущем есть все возможности для того, чтобы использовать персонализированные услуги. Персонализированные услуги тренеров, персонализированные услуги здравоохранения, персонализированное образование и так далее. Мало того, персонализированное — это не только подобранное для него лично, но и подобранное для него с учетом его физического состояния, эмоционального состояния и так далее. Все это измеряется гаджетами. Технологии коммуникации также стремительно развиваются. Людям становится удобнее общаться с компьютером часто, чем друг с другом, или посредством компьютера личная коммуникация вообще под угрозой. И человек работает часто удаленно, он мало времени уделяет одному рабочему месту, часто меняет работу. То есть это такой мир фрилансеров, которые постоянно ищут себя и постоянно там самоопределяются. Вот. В этих всех условиях большую роль получают гаджеты. Гаджеты управляют многими людьми. Люди в потоке информации стараются делегировать гаджетам принятие решения о своей жизни. И на другом полюсе люди, которые осознанно подходят к принятию решения о своей жизни. Значит, дальше. В этом мире люди часто живут одни, либо в мерцающих семьях. Дети слабо социализированы или с низким интеллектом, так как растут воспитываемые технологии. Значит, наша группа сделала ставку на проекты, связанные с развитием семейных традиционных ценностей, с одной стороны, а с другой стороны, на проектах по помощи людям, которые делегировали управление своей жизнью гаджетом. Брак по просчету, подбор друзей и партнеров на основе поведения в социальных сетях. Большую ставку мы сделали на проекты, на проекты, связанные с физическим развитием, проекты образования университет студентов, группа студентов с общими ценностями, которые совместно читают книги и обучаются. Также изменяется организация работы и жизни, как считает наша группа. У нас есть проекты развития, связанные с изменением формата коворкингов, библиотека сознания, библиотека, где можно и работать, и заниматься фитнесом, и отдать своего ребенка в детский сад, если он все-таки появился. И также для фрилансеров многочисленных создаются горизонтальные рабочие группы на основе блокчейна. Хорошо. Вернемся тогда к вопросу того, как же живут несчастные люди в довольно суровом мире. Значит, люди, которые делегировали управление своей жизнью гаджетом, они очень сильно включены во все. Гаджеты заставляют их работать, гаджеты заставляют их в определенный момент лечиться, учиться, еще что-то делать. И иногда эти люди даже свои социальные функции и функции, супружеский долг, в общем, исполняют посредством гаджета. На другом полюсе люди, которые живут довольно осознанно. Эти люди сами выбирают те технологии, которыми они готовы пользоваться. Эти люди, низкоуровневые функции также отдают каким-то технологиям и гаджетам, а какие-то высокоуровневые, доставляющие им удовольствие, оставляют себе. Эти люди также выбирают, каким образом они будут осуществлять коммуникацию. Будут ли они общаться с посредством компьютера только, или они будут общаться лично. Как вы видите, вот это противоречие приводит к тому, что мир дифференцируется по новому признаку, по степени осознанности и по степени, по степени ответственности за принятие решений, касающихся собственной жизни. И нам кажется, что осознанность становится не альтернативой, а аналогом благосостояния вот в текущих условиях. Осознанность и
значит, компании какие-то, производители вот этих гаджетов, управляющих людьми, маркетологи всего мира ведут борьбу за вот, осознанность, новую сексуальность. Спасибо. Ага, и два вопроса я уже... Так, стоп. Вот все эти люди уже вопросы задавали. Еще у кого-нибудь есть? Вот раз. Человек не задавал вопрос. И два. Варя, вот. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Дмитрий. Очень отлично у вас выручил, нарисовался. Я вот хотел задать такой вопрос. Перед вами участники выступали, там много было проектов развития. Какие из этих проектов вписываются вот, в ваш образ будущего и какие могут помочь для достижения вашего образа будущего? Если коротко, то вот для этого человека у нас есть проект по просчету. Если... Проекты развития из предыдущих презентованных образов и проектов развития. Не слышно. Вписывается. Это был вопрос на внимательное слушание других. Ну, давайте так. По поводу собственного принятия решения, чего я хочу, и только по интересу здесь, конечно, предыдущий проект про сексуального аватара, который я могу вывести и входить в него только тогда, когда я хочу. Ну, в этом смысле он для меня это не решает. Это прекрасно вкладывается в формат Work and Walk, и вы будете отбивать свои инвестиции, потому что как раз работает. Вот. Обратите внимание. Спасибо, да, Андрей, за помощь и поддержку группе. Да, и также по формату группы, которая говорит про женщин 3000. Все, что касается социализации, взаимоотношений между мужчиной и женщиной. Все, что дальше. Спасибо. Второй вопрос. Сергей, оцените, пожалуйста, осознанность. Как же троллит сейчас? И в результате реализации ваших проектов. Как изменилось? Сначала оцените сейчас. Насколько вами уже рулят гаджеты? Ну, по моей субъективной оценке, мне кажется, ну, 10% мной рулят гаджеты сейчас. Из общества? Ну, я не помню на такого рода исследования. Поэтому мне сложно вообще из общества об этом говорить. Ну, то есть для этого нужна хотя бы какая-то статистика. Поэтому собственный ответ я могу вам дать. Как мне кажется, сейчас 10%. В будущем за счет проектов я перехожу все-таки вот сюда. Да. И вам советую. Спасибо. Спасибо большое.